Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем вспоминать о событиях 28-летней давности и вокруг них. И с одной стороны, мы как бы начали с эмиграции, но с другой стороны, как-то так захватилось, что вокруг творилось в это время, чтобы как бы понимать тот фон, на котором все это происходило. И я вижу, что интерес есть и к эмиграции, как было, и к фону тоже есть, поэтому мы так будем вот в рамках этого интереса. Единственное, что я хочу сказать, что под каждым нашим видео есть набор ссылок, и там есть ссылка на книгу, которую я написал в 2011 году. И она там есть в PDF и в разных других форматах. В общем, вы можете почитать. Я просто, когда рассказываю, я стараюсь дополнить то, что было в книге, а не прямо вот так по книге идти. Книга сейчас озвучивается, начитывается аудиокнигой, и она вот, очень, вот буквально на днях должна появиться. Так что мы как бы в дополнение к этому, ко всему. Хочу сказать, что благодаря нашим зрителям, вот я узнал о том, что есть вот такой фильм, я не знал, называется «Stateless». «Stateless» — это значит «человек без гражданства». Когда вы анкету заполняли там, или, не дай бог, будете заполнять, и вот там гражданство. А вы говорите, без гражданства. Это было состояние людей, которые уезжали по израильским визам, их лишали советского гражданства. Это иммиграция вот 88-89 годы, когда ехали через Вену, Рим. И, значит, в Вене их спрашивали, куда едешь. Те, кто в Израиль, сразу в Израиль. Там не только США были, там и Канада, и Австралия, и там еще были места некоторые. Поэтому те, кто говорили не в Израиль, они перебирались в Италию и там ждали получения статуса беженца. То есть они должны были интервью там пройти и так далее. Это занимало некоторое время. Так вот, этот фильм о том, что произошло с людьми, которые там находились в это время, вот в этом состоянии без гражданства, и как там дела развивались. Поэтому я списался с автором фильма, Михаилом Дробом, и мы договорились встретиться, поговорить в онлайне, так с вами, для вас будет сюжет, и я продолжаю рассказ. Значит, у нас большие планы на то, чтобы рассказать о том времени, в той мере, в какой у вас есть интерес, конечно. Давайте я, может быть, камеру передвину, переориентирую вот туда вперед, пусть смотрит. А вот тут солнышко у нас. Не самый лучший вариант. Вот пусть камера смотрит туда. Итак, о чем я хотел сегодня вам рассказать. В то время, когда мы уезжали, а это 89-й год, 90-й год, мы уезжали уже в 90-м. Начался процесс в 89-м летом, а уезжали мы уже в 90-м в ноябре. Вот сейчас будет 28 лет на днях. И встал вопрос, во что упаковать вещи. Там есть, конечно, какой-то, знаете, как всегда бывает, какой-то лимит на то, сколько ты можешь взять с собой вещей. Багаж – это отдельная история, мы поговорим еще с людьми, которые багаж оформляли. Но вот с собой. И дальше получается так, что на самом деле редко у кого есть такое количество чемоданов дома. Ну вот сколько можно там было с собой взять. Ну вот если мы ехали со Светланой и с ребенком, нас было 3 человека, 6 чемоданов. У нас не было 6 чемоданов, ну правда. И кроме того, чемоданы, которые тогда были, они были тяжелые. Западных таких полегче не было. И вот в чем везти. А это еще время, когда пропало из продажи реально, ну все. Вот просто полки пустые абсолютно всюду. Не только продуктовые, но и шмоточные. Нету чемоданов. Тогда возникает движение снизу, народное такое движение. Люди начинают производить баулы. И надо сказать, что я иногда, вот оказываясь в аэропорту, когда встречаю наших там гостей или тех, кто к нам едет учиться в Портнов Computer School, я иногда вижу людей вот с этими точно баулами, из такой, знаете, клеенки, таким мелким рисуночком, там, так, полосочками они, синенькие, красненькие, беленькие, такие клеенчатые баулы.
И вот в то время были такие же точно баулы. Люди их шили, там кооператоры, ну или, так скажем, индивидуальные предприниматели, кто на дому, там, кто в подвале, шили эти баулы. Тоже это было не так просто купить, но вот этот клеенчатый баул стоил каких-то несусветных денег. Это было очень дорого, ну просто очень. Вот. И мы просто не как-то, не знаю, то ли мы не могли себе позволить, ну, наверное, могли, но как-то рука не повернулась. В общем, Светлана нашла людей, которые шьют баулы просто из ткани. Они эту ткань называли брезентом. Это не было брезентом в привычном смысле. Все-таки брезент — это довольно плотная ткань такая. Тот баул был, ну, знаете, чисто внешне, вот если его пустой взять так за ручки, то ощущение было, что он вообще из ситчика какого-нибудь. Но он, это было поплотнее, чем ситчик, но, конечно, не брезент. И размера эти баулы были невероятного. Чтобы он держал форму, нужно было набить его, ну, просто вот, знаете, как колбасу туда, да, запихивают в этот чулок, в кишку. Вот примерно так же это нужно было. Но надо сказать, что поскольку люди тогда везли с собой абсолютно все, ну, как все, могли везти там, ну, во-первых, везли белье, там постельное, могли везти даже матрасик, там везли пальто. Вы не представляете, что только с собой не везли. Сегодня вы можете сказать, а зачем они это везли? И ответ на это очень простой. Это рефлекторное. Друзья, никакой осмысленности в том, чтобы все это старое дерьмо с собой тащить, не было. Нового купить было ничего нельзя, а старое бросить было жалко, потому что другого все равно не было. И вот люди все это везли. Это еще мелочь, потому что были люди, оформлявшие багаж, и в этот багаж они укантовывали мебель. Они туда фарфор, хрусталь, какие-то вот все, что там, так сказать, непосильным трудом. Значит, вот все туда, вот в этот багаж, который шел долгим таким ходом, там, может быть, через полгода приходил и так далее, всю эту барахолку с собой тащили. Это был психоз. Друзья, ничем, кроме психоза, это объяснить нельзя. Массовый психоз. И вот, короче, вот эти баулы — это отдельная история. Я говорю вам, 28 лет спустя, оказываясь в аэропорту и видя людей с этими баулами, и я хочу сказать, что это часто происходит. То есть, если вы там проведете день в аэропорту, вы увидите людей, которые едут с этими баулами. Вот те самые советские, вот, ну, нынешние российские, я не знаю, может, их в Узбекистане сейчас производят, я не знаю. Но вы их увидите. И еще так они, знаете, сейчас такой пленкой стали оборачивать, тогда такого не было. Вам, насколько я помню, не оборачивали ничего. Вот эти самые баулы. Такой был, ну, как бы, флейвор такой, да, времени. Вообще, с точки зрения рационализации того, что ты с собой берешь, была такая мулька, которая шла, естественно, от родственников, друзей, которые уже в это время были в Америке. Они инструктировали будущих, так сказать, новичков американских. И они говорили: вы не знаете, как там пойдет, как начнется, поэтому... А денег-то взять с собой нельзя. Ну, вот там то, что меняют символически. Денег с собой нет. Значит, они говорят: вы возьмите так, чтобы, ну, хотя бы первый год ничего не покупать. Ну, или по возможности ничего не покупать. Простыня. Лучше, чем покупать простыню там. Подушка. Где ты там возьмешь подушку? Вообще, подушка стоила там $5-6. Но, понимаете, тебе говорят: берем подушку, берем все. Значит, принцип: первое время не покупать. И ты начинаешь думать о том, что, собственно, нужно, чтобы первый год не покупать. Имейте в виду, возвращаясь к массовому психозу, что ты не один такой уезжаешь, а фактически половина твоей записной книжки, телефонной твоей книжки, примерно половина в это же время, если не уезжает, то провожает, инструктирует, читает чужие письма там, о том, как жить и чего с собой брать, и интернета нет, значит, все это в кулуарах, в разговорах, встречах и так далее, и так далее. То есть информации много. И вот из этой самой информации складывается, что с собой брать. И еще такое есть чувство, что если, не дай бог, чего-то не возьмешь, то вот тогда придется деньги тратить. Вообще страшное дело. В общем, такой вот идиотизм.
есть списки, чего можно вывозить, чего нельзя вывозить. В этом списке написано 5 золотых предметов, каждый не больше 2 грамм и не больше, там, я не помню, точно, там, пусть будет 200 рублей там, или там, 300 рублей цены. А товаров в магазинах нет. Это не то, что ты пришел в ювелирный и, знаешь, там набрал себе там 5 предметов на себя, 5 предметов на жену, 5 предметов на ребенка. Там, набрал 15 предметов и ушел. А ничего нету в ювелирных. Понимаете? И вот люди занимают очереди, и они месяцами отмечаются в разных очередях. Это же не только ювелирки касается. Ну, чего там еще можно? Там жостовский поднос, значит, фотоаппараты, да. Значит, те, кто ехал через Вену и Италию, они везли с собой массу вещей на продажу, и уже известно было, что с собой брать на продажу, и вот на этом римском рынке громадном Американо, не только там, там еще есть рынки, вот они там все это продавали, там фотоаппараты «Зенит», подносы жостовские, там еще, и вот все это было лимитировано, сколько можно взять. Поэтому люди по этим спискам, да, списки все время сжимались, то есть казна как-то, в общем, болезненно переживала вывоз жостовских подносов и фотоаппаратов «Зенит». В общем, сжимались эти списки, и вот у людей были вот эти списки, и они занимали всюду очереди, они отмечались. Это было некоторым занятием таким, знаете, это занимало, то есть появлялся смысл в жизни. Вот мы готовимся к тому, чтобы там переехать, значит, нам нужно на первый год, чтобы не покупать, и нам нужно, когда в Италии сидишь, чтобы было чего продать. Потому что в Америку не везли ничего продавать. Продавать везли вот именно в Италию. Ну, хорошо, но мы уже как-то ехали напрямую, мы были в первых там 5-6 тысячах, которые ехали напрямую. Уже с советским паспортом, у нас не забирали гражданство, вот мы так вот чесали. Я показывал наш паспорт пару сюжетов тому назад, вы могли посмотреть. И вот такое, значит, вот такая истерия, психоз такой массовый, все что в каких-то очередях, люди встречаются, они обсуждают, в каких очередях они стоят, где чего давали, как чего, значит, и вот такая вот, ну, я не знаю, линия. И поскольку у Светланы родная сестра в Сан-Франциско, то она ее инструктирует из Сан-Франциско, ну, в том смысле, в какой вот, чего ей не хватало. Вот она говорит, там, неплохо иметь с собой там кожаную куртку, но легкую, говорит, тут у нас холодной зимы нет, ничего нет, но вот куртка должна быть там типа демисезонная, лучше, если кожаная, там, допустим, хорошо какие-то такие легкие шарфики, и вот там вот начинается, значит, поиск там легких шарфиков, что-то мы этих шарфиков привезли, на самом деле мы ими никогда не пользовались. То есть я не знаю, зачем они были нужны Светиной сестре, но это другой человек. Может быть, она любит эти шарфики. Я не знаю, мы этих шарфиков таких, какой-то материал такой, как на газу, как такой вот, как-то. Я не знаю, как это называется официально, но в общем такой синтетический. Мы этих шарфиков, я не знаю, сколько мы их там накупили, они как раз были. Вот. В общем, еще раз, это был некий такой психоз. Первый год ничего не покупать. Насчет пустых полок, это было такое интересное состояние, и не то чтобы, вот, скажем, мы или там какие-то другие люди массово уезжали из-за того, что полки были пустыми. Но просто, чтобы вы понимали, как бы вот это время, в Москве вводятся так называемые визитная карточка покупателя. В ЖЭКе, ну, в жилищно-эксплуатационной конторе, значит, тебе выдают с твоей фотографией, там печать ставит, такую карточку, ну, действительно, типа визитки, может быть, чуть покрупнее. Без этой карточки не продаются очень многие товары. Я не хочу сказать, что все, но, то есть, Москва пытается защитить местного жителя от тех, кто приезжает там из других мест за товаром, потому что обострение по всей стране, значит, собственно, и в Москве-то особо ничего такого, ну, уже... Но, во всяком случае, вот хотя бы что есть. Я в этот момент обзавелся автомобилем за полгода до отъезда. И, значит, усиленно там учусь водить. Мы осваиваем город, там, Подмосковье, ездим туда-сюда. И, в частности, вот этот автомобиль нас спасает, потому что мы уже можем объехать там, ну, за один раз пойти по магазинам. Мы можем объехать там 5, 6, 7 магазинов. И в одном там ты купил сыр, в другом ты купил масло, в третьем ты, ну что там еще могло быть, я не знаю, там
колбасы, ну, для примера. Знаете, были такие закрытые, что ли, типа столов заказов, или там по карточкам, или по купонам каким-то, или что-то. Были такие места не для всех. В частности, например, было такое снабжение для многодетных семей. Многодетной считалась семья, у которой есть 3 ребенка. У нас в доме была женщина, которая... Ну, у нее на самом деле один ребенок умер буквально в возрасте там 1,5-2 месяцев. А так у нее было 2 детей, так вполне благополучных, и она как бы не подпадала, но с другой стороны, у нее было и в паспорте 3, и свидетельство о рождении у нее тоже было 3. Короче, она, в общем-то, пошла и где-то там зарегистрировалась с этим делом как многодетная. И какие-то люди там вокруг, они ее осуждали и говорили, что же ты вот так, сучка такая. Она говорит, ну у меня же 2-то есть, их же тоже надо как-то кормить. И значит, мы с ней объединились, и она брала свои карточки многодетные, а мы имели автомобиль. И вот этот Ворошиловский район города Москвы, это была колоссальная территория. То есть мы жили в районе там метро Полежаевское, Октябрьское поле, а некоторые точки, в которых надо было отовариваться, были в Крылатском. Это не поедешь так вот, знаете, на транспорте, ну, то есть это на целый день приключения. Поэтому вот мы на машине туда, на машине сюда. Я помню, где-то в Строгино, по-моему. Да, где-то там в Строгино был какой-то магазин. И там рыбный какой-то магазин. При магазине «Океан» вот что-то такое было. Оно было безумно дорогое все. При этом там, знаете, стояла куча народу. И у них там действительно там и по 4, и по 5 детей. И, в общем, деньги не были вопросом. Вопрос был в том, что за деньги негде купить. И вот так вот. Ну, не то, что нам там сильно что-то такое надо было рыбное, но с другой стороны, там, знаете, как бывает, что-нибудь интересненькое попадется. И, в общем, вот снабжение и самообеспечение были таким довольно трудоемким делом. И нас это не сильно напрягало в том смысле, что мы уезжали и как-то воспринимали это больше как... ну вот как Светлана рассказывала, что по городу стали бегать большие крысы. Вот для нас это было вот чем-то таким сопутствующим. Знаете, там тут крысы побежали, там полки опустили, здесь, значит, там по карточкам что-то отпускают. В Москве были такие, ну не бунты, так уж прям бунтом не назовешь, но люди возмущенные перекрывали движение на улицах, потому что пропало курево. Понимаете, что такое для курильщика? Вот пропало курево, табачный ларек, вокруг него собирается 100 человек, 200, 500, там 800, они перекрывают улицу и что-то такое там шумят. И я тогда тоже курил, и я хочу сказать, что в какой-то момент там не было курить ничего, кроме там дымок какой-то, вот там были такие поганенькие, вот, а то уже и дымка не было. В общем, такие были интересные времена, и еще раз, нас это не сильно напрягало, это больше было сопутствующим таким моментом, но просто, чтобы вы понимали, вот, в каких условиях все это происходило, и что у людей было в головах, и вот они такими зомби такими носились, скупали по спискам то, чего им другие говорили, что надо скупать. И это придавало какой-то смысл жизни. Я хочу сказать, что никакой финансовой, там, экономической сербяги в этом не было. Ну, как потом уже выяснилось, там, всю эту мебель, которую они с собой везли, довольно быстро повыкидывали. И, в общем, все эти предметы, которые мы с собой вели, типа полезные, оказались совершенно бесполезными. Но в общем и в целом мы говорим об обстановке. Я надеюсь очень, что вы так послушаете меня, скажете, боже, неужели это было в нашей стране, неужели это вот было буквально с нашими там родителями или там дедушками, бабушками. Да, вот, так это еще в Москве, друзья. Вы не забывайте, что Москва снабжалась совершенно по другому стандарту. Совсем по-другому. Поэтому и вот это в Москве вот было так. То есть мы были счастливы в том смысле, что можно было встать в очередь и где-то там ее достоять, и, скорее всего, она бы не кончилась прямо у тебя перед носом, что тоже бывало, но все-таки в основном уже ты достаиваешься. Вот, поэтому такие времена. Счастливо.